Что такое доступная среда и кому она нужна? Инвалидам? Да, им в первую очередь. Но под категорию маломобильных граждан попадают и люди преклонного возраста, и те, кто имеет временные нарушения здоровья, и, наконец, родители с детскими колясками. Легко ли им передвигаться по улицам? Всегда ли есть возможность беспрепятственно попасть в магазин или медицинское учреждение? Скорее нет, чем да. К сожалению, городская среда не приспособлена под их особые потребности. Высокие бордюры, отсутствие пандусов и плавных спусков, широких лифтов. Изменится ли ситуация? Ответ на этот вопрос попыталась найти наша съемочная группа. Создание безбарьерной среды для всех маломобильных категорий граждан, людей с ограниченными физическими возможностями и временным нарушением здоровья, беременных женщин, родителей с детскими колясками, пожилых людей должна стать одной из важных социальных задач муниципальной власти. В Ленинском районе принята социальная программа «Доступная среда». На ее реализацию заложены средства в размере 42,5 миллионов рублей. Немного, но с чего-то надо начинать. Это деньги поселения, организации и учреждений муниципалитета. Программа «Доступная среда» такая, что в нее могут включаться новые и новые мероприятия. Интегрироваться могут все наши планы в будущем. К примеру, строится многоквартирный жилой дом. Обязательно там должны быть условия для людей не только колясочников. К примеру, сегодня делают пандусы, лифты, широкие лестницы. Но мы должны предусмотреть еще места для людей неслышащих, маловидящих. Поэтому сегодня эта программа у нас живая. Сегодня эта программа действует. В рамках этой программы в скором времени во всех медучреждениях появятся доски Брайля. В планах оборудовать некоторые пешеходные переходы специальными тактильными элементами. Но нельзя сказать, что работа по созданию комфортного проживания для людей с ограниченными возможностями началась только сейчас. Видным все светофоры дополнены звуковым сигналом для слабовидящих людей. Большинство лестниц соседствуют с плавными спусками, которые удобны как для родителей с детскими колясками, так и для людей старшего возраста и инвалидов. Стало лучше, чем было. Вот, могу сказать. Стали и спуски, и пандусы там делают для колясок. Гораздо удобнее, конечно, стало. Вот, много пандусов, много возможностей пройти куда с коляской. Не приходится ребенка оставлять одного там или с кем-то, чтобы стояли. В последнее время в городе стали появляться и детские площадки, заехать на которые может коляска. Только вот при проведении благоустроительных работ особые потребности маломобильных граждан в большинстве случаев не учитываются. К примеру, на Советской 6А есть специальная игровая конструкция, но подходы к площадке только со ступеньками. Очень высокие бордюры с ребенком, например, с коляской, очень неудобно, особенно когда была зима. Накапливалась вода, видно тут какое-то углубление неровностей. К сожалению, многое делается для галочки. Бордюры слишком высоки, а спуски неудобны. Пандусы есть, но пользоваться ими невозможно. Ну и даже если есть пандусы, они не особо удобны бывают. То есть шасси не совпадает. Мы себя во всем ограничиваем, и там, где нам неудобно, мы не пойдем. В администрации создана специальная комиссия, которая будет следить за выполнением программы «Доступная среда». Говорить можно много, но создать комфортную среду проживания здесь и сейчас в силах каждого. Необходимо лишь проявлять уважение к окружающим людям и быть готовым в любую минуту прийти на помощь. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.